пришли ко Христу, вы уверовали, Дух Святой пришел в вашу жизнь, но у вас еще есть какие-то остатки. Ну, как зэка освобождают из тюрьмы, да, а у него еще там пижама зэковская, ему еще надо переодеться, да, он еще по улице ходит в этой пижаме зэковской. У него еще вот эти вот, понимаете, вот такие вот повадки. У него еще вместо кошелька лопатник, понимаете? У него еще вот эти термины старые, хотя он уже освободился. Дух Святой уже живет в нем, но у него еще нужно избавиться от этих остатков его прежней жизни. А это процесс. Иногда это быстро происходит, а иногда это годы могут уйти на это. Понимаете, друзья? Это процесс. Это вот что. Вот, друзья, что это. Вот. Это процесс. Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающих самих себя. 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». То есть, не лги. 26 стих. «Не согрешай, не гневайся, да? Не давай место дьяволу». 27 стих. 28. «Кто крал впредь, не кради». 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Представляете? Никакое гнилое слово. Ты следишь за своим языком, за своими мыслями. «Не оскорбляй Святого Духа». 30 стих. Оказывается, мы можем оскорбить Духа Святого нашими поступками. То, что мы смотрим, то, о чем мы думаем, то, что мы говорим. Что мы чувствуем, мы можем оскорбить Святого Духа. Будь осторожен, не оскорбляй, то он как пришел, так и может тебя оставить. Останешься с другим духом, будешь гулять за ручку. И дальше, 31 стих, обратите внимание, друзья. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А как Бог во Христе простил вас? Полностью. И забыл.